Уже в это время проводили эвакуационные мероприятия, оповещение населения. Вот, вот с этой точки, то есть они уже развернуты, мы будем мимо проезжать, они работают, они откачивают воды, то есть шквал достаточно хорошая производительность, ну, как минимум поможет. Чего вы не на даче имеете? Все-таки небольшой дом. Есть, того, чтобы есть, естественно... есть. Вода уходит, но уходит она не сюда, она уходит в Орь. Точнее, нам пришлось сделать прорыв в нижней части дамбы, я тоже могу на карте показать. Давливало отсюда, и, к сожалению, у нас прошло затопление вот этого микрорайона. Дабы не затопило, мы приняли решение, сделали вот здесь вот прокол, и вода ушла в Орь. То есть, в принципе, она потихоньку начала эту территорию освобождать.